Итак, всем привет! Сегодня нам пришла вот такая вот посылка. И давайте начнем с двух прилипал. Первый. Так. Так, у нас тело аккумулятор. Открываем. Так, вот такой вот очередная лягуха у нас. Так. Следующая. Так. И тут у нас зайчик. Вот такой вот белый зайчик. Итак, а теперь давайте вскроем посылку. Посылка дошла примерно за 2 недели. Тут должна быть укулеле. Тут либо укулеле, либо дрова. Причем так может быть и по звучанию, как и по состоянию доставки. Ой. Так, открываем. Вот такая вот небольшая коробочка. Судя по некоторым заломам, тут весьма вероятно дрова. Итак, сейчас мы ее как-нибудь вскроем. Итак, и... Ага, не и. Да как-нибудь тоже. Вот так она. Отстаём. Она у нас упакована в таком пакетике. И давайте развяжем уже это все дело. Насколько можно судить по первому взгляду, она пришла целая. Колки целы, гриф цел, сама дыка тоже в хорошем состоянии. Как ни странно, струны уже натянуты. То есть более плотно, чем обычно. Но все равно она не настроена. По бокам имеются крепления для нормального ремня, а не для ремня до укулеле. Тут мы видим наклейку внутри розетки с названием гитары и моделью 21-й и местом производителя. Изготовление Мадрин Китай. И сама розетка украшена вот таким вот аккуратненьким рисуночком. На голове грифа мы видим название фирмы изготовления, которое нам совершенно ничего не говорит. Сами колки выглядят, в принципе, как у любой классической гитары. Только их 4 штуки. Ну и струны, понятное дело, не он. На этом всем спасибо за просмотр. Всем пока.